Монолит. Unrake и Merrills. Привет, слому чатику. Послушайте наш монолит трек. Интересно ваше мнение. Трек здесь и текст здесь. Супер хорошо, прекрасно, удивительно, отлично. Альбом, вот есть такой, да, называется «Вспомни октябрь». Кстати, по поводу октября, те, кто участвовали в панче, 3 января вы будете крутиться сутки на октябре, да? Те, кто выиграли, отправили фотографии, вот это вот все, да, помните, вот эту всю историю. 3 января, если что, да? 3 января. Да. Вот эта история. Как правильно читать? Не понятно. Так, ну-ка, ну-ка. Российский дуэт, исполнитель из города Саратов. И пишечка, вспомни октябрь, это своеобразное обращение к бывшей девушке. Ну вот мы вспомнили, да, каждая песня повествует об определенной стадии после расставания с момента разрыва отношений до принятия случившегося в течение времени. База, то есть есть концепт, да, получается, здесь данный EP является первой крупной работой дуэта. Full prod, то есть они спродюсировали сами все это. Всю эту историю. И мы слушаем тречок под названием «Монолит». Это последний трек, завершающий EP-шечку, если что. Сколько в целом работает дуэт? Есть у них треки. Но с 23-го года. Интересные обложки. Концепта какого-то не прослеживаю в обложках. Все абсолютно разные по задумке. Ей ближе. Анасет. Да? Вспомни октябрь. Все по-разному абсолютно. Слушай внимательно, без понятия, что это такое, что написано здесь. Песня «Монолит» является финалом истории. Конец рассказам. Рассказываем в EP «Вспомни октябрь». Куплеты построены по одной и той же модели повествования, именно поэтому некоторые слова и обороты повторяются по несколько раз. Несмотря на это, в каждой из них описывается разный этап отношений с девушкой. Если первая часть песни – это начало отношений, то вторая – их конец. Припев, выступающий связующим звеном между ними, меняет эмоциональное восприятие композиции в зависимости от его местоположения. Интересно. То есть у ребят есть полностью концепт. Они сами спродюсировали. Давайте посмотрим, что это такое. Чем они нам собирались завершить свою эпишечку, если бы мы ее прослушивали, да? Монолит. Это Гуанэйпс или... Вообще, аккорды похожи. Или No Doubt Нет, нет, не отсюда. Нет, я ошибся. Без тебя душа болит, пламенем горит, сердце монолит. Но все по тебе болит, по тебе забыт, я по тебе убит. Помнишь октябрь, ты зажгла во мне восход. Твоя любовь как кислород. Танцуем босиком, знаю, добьемся своего. По ночам мы говорили, как тепло. Далеко. Я обычный парень, но не верю в то, что мне с тобой так повезло. Без тебя душа болит, пламенью горит, сердце монолит, но все по тебе болит, по тебе забыт, я по тебе убит, Без тебя душа болит, пламенью горит, сердце монолит, но все по тебе болит, по тебе забыт, я по тебе убит. Очень-очень-очень плохо слышно. Вспомни октябрь, как ты потушила свечи. Аэрбэки, да? Вместе с ними все надежды, что навечно. Это правда, ты стреляешь без осечки. В холодном мраке нету места, чтобы обжечься. Раздавлены по вечерам, терпел этот контраст. Вчера мы были вместе, сегодня у каждого свой вальс. По ночам крутил ошибки по 100 раз. И сразу понял, что мне ничего не жаль. И спустя год мы очень далеко. Нам с тобой друг на друга все равно. Я обычный парень, ты знаешь что. Вообще похер, что не повезло. Без тебя душа болит, пламенью горит, сердце монолит,
но все по тебе болит. По тебе забыт я, по тебе убит. Без тебя душа болит, пламенью горит, сердце монолит. Но все по тебе болит, по тебе забыт я, по тебе убит. Также уходящая волна, то есть отсылочка. Я еще люблю тебя, да? В общем, жанр понятен. Такой. Такая поп-музыка, поп-рэп, поп. Гитарка, акустика. В целом... по звуку неровно. По реализации... вот... есть ощущение, что не совсем в верных местах расставлены эдлибы. Они звучат очень тихо. Вот это вообще не слышно, так же, как и некоторые эдлибы. По-разному звучит и припев, и куплеты два артиста, да, то есть сведено очень слабо. Что касается погружения, погрузиться, вот делая такие паузы, как здесь, да, пам-пам-пам-пам. Тяжеловато с погружением, есть проблемы, реально. Здесь даже для поп-музыки слишком тривиальный текст. Душа болит, пламенем горит, сердце монолит. Все тебе болит, по тебе забыт, я по тебе убит. Слишком, слишком ровно, то есть тяжело. То есть такие песни, они нужны для того, чтобы мы их напевали в определенные грустные моменты. Чтобы хотелось напевать определенные вещи. То есть, допустим, женская грусть, если там о Насте, да. То есть здесь мы хотим тоже попереживать и что-то понапевать. Все по тебе болит, по тебе забыт, я по тебе убит. Вот оно тяжело идет. Это какой-то речитативный рэперский, да, поворот с достаточно примитивной рифмовкой. Все по тебе болит, по тебе забыт, я по тебе убит, тебе душа болит, пламенем горит, сердце монолит, а ты пит, пит, убить, бит, и дай попить, и та-та, па-та-та, воды, та-па-та-та-та-та, натопи, та-та, вина, дави. То есть, ну, такая, да, история, короче, какая-то не мягкая, не тя-та-там, води, чё ты там, воды, не давай, дави, тя-дам. Немного оно не в ту сторону уходит, честно. Блин. По структуре прикольно сделано, имеется в виду по структуре партов. Интрушка, куплет, здесь структура обрывисто звучит, нет целостности. То есть... нет, да, у нас какой-то качающий... Вспомни октябрь. Вот здесь поровнее подача, поровнее, потому что ритм не настолько обрывистый придуман. То есть, поэтому второй артист больше погружается, Unrake, да, если я неправильно читаю, сорян, Un, как бы R большая, да, наверное, Unrake или Unrake, Unrake, может быть, R вообще не читается, да, хотя читается, наверное, учитывая, что она большая, Unrake, Unrake и Merrills. Если что, братва, прописывайте, пожалуйста, здесь в скобочках, как читается, да, и ударение на что ставится, чтобы мы не делали ошибок. Да. Сыровато, правда. Сыровато. От 1 до 10 чат, что думаете по этому поводу? Нет целостного погружения. В целом, как будто ребята могут чуть больше, да, чем вот здесь сделано. Есть ощущение, что текст написан заранее, вот особенно здесь. Октябрь. Желал мне восход. Твоя любовь, как кислород. Танцуем босиком. Знаю, добьемся своего. Ну, что-то. По ночам мы говорили, как тепло, но были далеко. Я обычный парень, но не верил в то, что. Не, но в то, что. Как. Но. Как. Так. То есть вот эти все, чтобы как будто если вот это вот то самое было бы, если бы, когда бы, если бы, может быть, это этого, когда-нибудь того тогда. Все вот эти охуительные слова, да, я очень для себя хорошо просек,
как Мацуо Басё, когда их нужно убирать. В литературе это очень хорошо просекается. Когда ты понимаешь, что перегружена речь, перегружена. По ночам мы были как тепло, но по ночам мы говорили. Чем мы говорили. Ну, вот это вот, просто старайся все вот это вот. Все вот это вот. Мне с тобой так очень повезло. Я как будто бы как обычный парень. Но это не верил в то, что чтобы если бы когда-нибудь мне с тобой так, может быть, повезло. Ну, я специально сейчас утрирую сильно, для того, чтобы показывать, подсвечивать этот момент, да? По тебе убит. Да, тут погромче, конечно. Октябрь, как ты потушил свечи, вместе с ними все надежды, что она вечна. Это правда, ты стреляешь без засечки, в холодном мраке нет места, чтобы обжечься. Под вечером терпел этот контраст. Этот можно заменять для красоты. Этот. Два, да? Два слога. Раздавленный по вечерам терпел. Ну, этот такой. Тут тяжело, конечно, да. Вчера мы были вместе, сегодня у каждого свой вальс. Здесь текст поплотнее. По ночам крутил ошибки по 100 раз. Вот вообще четко. Те самые ошибки, да ну. Те самые, которые ошибки. Но этого ничего нет здесь. Супер. Не сразу понял, что мне ничего не жаль. Кайф. Нормально. Такая вот история. Да. Че, первый на канале нет? Я что, не загрузил, да? А пирокинез, кстати, закрыт почему-то, Макс. Если что, ты, наверное, забыл открыть его. Да, открой, пожалуйста. Он уже оформлен, все топ, но, наверное, просто забыли открыть его. Не открыт он, Макс, поэтому по ссылке доступ. Да. Да. Давайте послушаем еще разок и оценим эту работу. В общем, не целостно по звуку, не естественно по ритму. Текст припева, который должен быть залипательный, он слабый. Звук эдлибов и предприпева тоже, да, очень тихий. То есть я стараюсь прислушиваться. Эдлибы, если могу прислушаться, то предприпев жесть вообще. Да. Сейчас. Поэтому такое. Без тебя душа болит, пламенью горит, сердце монолит. Но все по тебе болит, по тебе забыт я. Будь себе убит. Помнишь октябрь, ты зажгла во мне восход. Твоя любовь как кислород. Танцуем босиком. Так, продакшн. Знаю, добьемся своего. Ниже, да? По ночам мы говорили, как тепло. Но были далеко. Я обычный парень, но не верил в то, что мне с тобой так повезло. То, что... Это, которое, чтобы вон то было бы, если бы то, и как бы, как будто бы этот, этого как-то где-то то. Нахуй это все говно, нахуй. Только смыслы. У тебя, видишь, очень медленное, очень медленный поток подачи смысла. Сразу рассказывай нам базу, только базу. Все лишнее отсекай, бритва Акама, тут нахуй все вообще срезай. Все слоги лишние. У тебя. Ты рассказываешь драму. Должно быть прям вот пах, 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 пах. Точно все должно быть. Точно, мало, конкретно. Тебя душа болит, пламенью горит, сердце монолит. Сухая история. Но все по тебе болит. Но все по тебе болит. По тебе болит. Носика тебе болит.
А, но все по тебе болит, окей. Но все по тебе болит, все по тебе болит. Да, слышится. И по тебе забыт, я по тебе убит. Без тебя душа болит, пламенью горит, сердце монолит. Но все по тебе болит, по тебе забыт, я по тебе убит. Здесь какой-то, какие-то слова идут, представляете? А вот что-то слышно. Вспомни октябрь, как ты потушила свечи. Вместе с ними все надежды, что навечно. Даже для поп-музыки 5. Все, вот за счет второго куплета, да? Припеве так, куплет первый так, второй так. Это лучше. Идея нормальная. Понял, что мне ничего не жаль. Хотя в первом куплете трындец. Очень далеко, нам с тобой друг на друга все равно. Я обычный парень, ты знаешь что? Вообще похер, что не повезло. Без тебя душа болит, пламенью горит, сердце монолит. Но все по тебе болит, по тебе забыт, я по тебе убит. Без тебя душа болит, пламенью горит, сердце монолит. Но все по тебе болит, по тебе забыт. Такая история. Такая история. Реализация. Упш. Реализация 6, харизма. Ну, припев, да, но сипа тебе боли. Как бы такое. Там есть, да, история своя. Макану больше давали. Не, бро. Другая история. Там есть за что. Понимаешь, там есть идея какая-нибудь. Даже этот асфальт 8. Там есть фишка. А здесь убить... Хорошо, 6. Но это очень много. За счет вот во втором, да, куплете, там, вот ты сейчас просто так говоришь, потому что у тебя в голове второй куплет, который довольно неплохо звучит. Там, да, там 7, может 8. Ну, 8 вряд ли. А в припеве и в первом куплете там вот такая история. Поэтому я поставил 5. Ну, пусть будет 6. Здесь 6 я все-таки не согласен. Нет. Нет. Такая история. Спасибо большое. Есть, да, очень много технических и ошибок по харизме, по всем аспектам. Да. Спасибо большое, тем не менее. Ждем дальнейшего продолжения творчества.